Всем привет! Сегодня у нас воскресный день, и наши дети с нашим внучиком нас приглашают, не знаю куда. В местную забегаловку. Алекс, где твои? Вышли мы из дома. Давай. Алекс, уже счет. 4-5, говори. 4-5. Давай, считай. Раз. Раз. Два. Три. Пять. Молодец. Все, двинулись мы. Куда едем? Where you want to go? Dairy Queen. Да, местная забегаловка. Посмотрите пейзаж. Привезли нас дети какую-то кафешку. Сейчас посмотрим, что за кафешка. Мороженое продают какое-то. Лариса вот подсказывает мороженое. Кафешка называется «Молочная королева». Вот она, швы. Да. Ложка. Ложки. Ручки приколы. Да что ты? Выходи. Thank you. Девочки. Welcome to your breakfast. Что-нибудь прокомментируй. Что прокомментировать-то? Вкусное мороженое. Да. Я его люблю. Здесь. Я про него, о нем всю неделю мечтала. Mm-hmm. Для вас, девочки. Мороженое, торты. Это такие вкусные торты. Торт из мороженого. Алекс хочет вот такое сегодня мороженое. Угу. В этом стаканчике. Конечно, очень холодное. Очень вкусное. Дочь заказывает на всех мороженое. Вон как выставляют все на прилавок и оттуда забирают. Вот там повара готовят, и там мороженое делают. Все отдельно расставлено. Тут недавно переделали этот ресторан, ой, кафе это. И это было вообще страшно здесь. Заходим в зал. Видите, какие старички сидят здесь. Боже, одуванчики. Русские привыкли кушать на улице. Решили кушать здесь. Такое уютное угловое местечко. Он ваш инфлюенс не делал. Вот, научите ребенка сейчас. Давай, Алекс, спуном кушай, спуном. Кушай. Давай вот так бери. Мама пальцем, папа пальцем, а Алекс ложкой. Ничего страшного, выживет. Вкусно, Алекс? Видите, люди едут семьями. Вот это такое место, мороженое покушать. Сюда любят люди приезжать, не только Макдональдс любят. Mm-hmm. Ну, я, наверное, еще не понял. Показываю, как выглядит это кафе. Ты кого учишь? Того, у кого 78 подписчиков всего. У него-то 37 тысяч.
ко мне подписались всего 3000. 15 маме, остальные к тебе. Yes, chocolate dipped in chocolate. And then the twist. Twist. I had three of them. Yeah, but I got more. Okay. Twist — это тебе разное, да? Да. Я такое люблю. Мама любит. Ешь сейчас прям. Кушай. Я уже ела такое. Мне нравится, очень вкусно. У меня тоже. У мамы шоколадное, а у меня шоколадное и ванильное. Сделали, полили, и уже такое все. И на камеру ем. Right there. And then you guys are just gonna be out shortly. Thank you. Вот так надо делать. What? Скорлупа сломалась. Скорлупа. Папа сейчас будет есть, у него все будет валиться. Надо салфетку. Шоколадная. Смотри, сейчас не сядь сюда. Я ж колхозник. Don't put your fingers in your mouth. Папу, снимай меня. Кушаю и кайфую. Боюсь, правда, что забанят видео из-за звука. Мами, мороженое офигенное. Don't forget the ice cream. Я особо мороженое так не люблю. Ну, один раз можно попробовать. Ну, это классно. Don't forget the ice cream. Я говорю, ощущаю себя в фильме. В таком добром американском фильме. Про семью. Мало того, тут еще и мои родственники, самые близкие. Что ты нас родственниками называешь? Семья. Самые близкие. То есть семья моя. Ты же забыл сказать, что твои девочки. Да, и у моей девочки. Иу. Мне всегда напомнят, если я что-то забуду. Твои добрые девочки. Упрекут. И добрые. Мама все со мной хочет рассчитаться. Она хочет рассчитаться за мной за все. И я хочу сказать: мама, ты меня родила, я с тобой по жизни не рассчитаюсь. Повезло мне. Тебе нравится твоя жизнь? Почему нет? Очень. Все рядом. Сегодня у нас хороший день. Алекс от нас не отходит. Да. Шахматы играет, в лото со мной играл. Что только не делал с нами. Мы ему фонарик привезли, такой прекрасный подарок из России. Вот так он мне был радовался. Сколько это мороженое стоило? How much was the ice cream? How much was everything? Вот здесь, посмотрите. О, всего заплатили мы... Сейчас скажу, сколько мы всего заплатили. 18.44. Твое именно мороженое, папина, стоило 3.29. Ну и мое тоже так же. 3.29. Тут пол ведра накладут. Ну я прочу, а мое сколько? Ну всех 3. У нас 3.29, 3.29. А алексовская стоила 2.99. Мои вытирают. Ну, культурный мальчик. Воспитанный. Очень воспитанный. Хорошо вытер. Покушали мороженое. Ну, что-то мне пить захотелось. Дочь вот тут взяла. Сколько стоит стакан воды, дочь? Нисколько. Нисколько. Сколько цена нисколько стоит? Называется. Это русская вода. Почему русская? Бесплатная. А. Ну, пришел Понял. В кафе, ну, даже если бы я вот пришла, я говорю, ой, пожалуйста, можно мне попить? Ну, я забыла воду, я иногда так захожу жалостливо, я на велике, если еду, у меня нету воды с собой. Угу. Говорю, можно мне, пожалуйста, попить? Ну, нету у меня денег с собой. Ну, я не беру же с собой кошелек, ничего. Угу. Говорю, да, пожалуйста, на, бери, пей. Понятно. Это, видите, американский хайвей. Дорога. И тут едут... Это дорога в другой город. Вот. Придорожное кафе, да, так сказать? Ну да. Ну что, вы олдан или не олдан? Какой здесь туалет? Все, здесь надо убрать все за собой. Ну ты покажи сюда. Вот видите, специальная такая штучка. Все выкидывать. Сходим в туалет, покажем вам. Thank you.
Ну, туалет, кстати, не очень чистый, надо сказать. Первый раз в таком. Ходить не буду, просто зашел показать. Это что такое? Вау, это дует здесь. Все? Вот смотрите, можно выбрать торты на день рождения, заказать. Не просто из того, что... А хотя, может, это из того, что есть, не знаю. Ну, в общем, можно выбрать. Что, но... Ну, они, может быть... А, это на сегодня именно, наверное, да? Нет, такие? Они мороженые. Понимаешь, да. их не делают. А вот здесь свечки года. Свечки года. Сразу можно купить. 1, 2, 3, 4, 5. It's not a pancake, it's a cake. A cake? Yeah. Сразу свечки продают. Что-то двойки нету. $2 стоят свечки. Ну, разобрали. Туалете нет, наверное, какой-то. Нету. Или есть? Нету. Нету. Вот дискриминация. А в женском вот есть? Как а, вот вдруг, если... а вдруг, если мужчина зайдет, наверное, ну, женский зайдет? Все, надо протест подавать. Ну, дискриминация для мужчин. Я все смотрю, бетон. Чего я? Что здесь нет? Тонкие? Потоньше сделан. Thank you, guys. Чем я хочу сделать? Ты хочешь нет. Еще толще, что ли? Я-то хотел вот такой шов сделать. Палки-то купил для этого. Надо такие не делать, сдать их, эти палки. Ну что, это совсем толстые, не надо нам такие шмотки. Ну все, семейные посиделки мороженым закончились. Едем домой.